Okay, hello again. Еще раз здравствуйте. We continue our work, our lesson number 2. Сегодня второй урок у нас. And we have our Fi-Hi file Sporting Legends. And we are going to talk about different champions. Будем говорить о разных чемпионах. Probably it's the most desirable lesson. Наверное, это наиболее желаемый урок. Да, Дави? Okay, so today we are going to talk about Lionel Messi, Michael Phelps, and Michael Phelps. Okay, so what should you do? Что вам делать с этой страницей? You just read some facts, читаете какие-то факты, о них изучаете, знакомитесь с ними, yeah? About, with these guys. Then we read the text on the next page. На следующей странице мы читаем текст. So, about Lionel Messi and Michael Phelps. And then we answer these questions about from this text. Потом отвечаем на эти вопросы после текста. Они о информации, которая была в тексте. Отвечаем на эти вопросы в тетрадях. Okay. And after that, we are going to activity book. После этого мы берем activity book. And we have some phrases, некоторые фразы у нас есть. We match them, соединяем, пишем их здесь. Olympic flag, олимпийский флаг, да? World, что там? Football, gold, gold, это золото. Score, поставить в этом случае. Эти слова, эти фразы все есть в тексте и в фактах о спортсменах. Then, exercise number 2. Look and complete. Смотрим на картинки, то есть какое-то действие. Сюда пишем действие, verb, глагол. So, what to do? Что делать? Play tennis. Что делать? Плавать. Пишем сюда. А здесь пишем человека, то есть как мы называем того человека, который играет в теннис. Мы называем его tennis player. Да? Как мы называем человека, который плавает? Мы называем его пловец. То есть это будет swimmer. Yeah? Если это какой-то вид спорта, то это будет, допустим, tennis player, basketball player, football player, yeah, or footballer. Okay. We do this, complete this table. Заполняем эту табличку. Далее. Circle the correct word. Здесь выбираем правильное слово. Run or running, tennis or tennis player. Между разными видами существительных. Между существительными, которые у нас указывают на человека. Да, это оживленные, живые или же неживые. Делаем это упражнение. The next one, exercise number 4, read and write. Here we have the text about sportswoman on the wheelchair. Wheelchair – это вот такая вот коляска. Wheelchair. Читаем текст и вставляем в пропуски вот эти вот слова по смыслу. По смыслу. Вставляем слова. Так, какие-то, если незнакомые, могут быть. Won – это вторая форма глагола win. Выигрывать, competed, соревноваться, compete, records, рекорд, use, использовать, and gold, золото, Olympic, понятно, swimming, плавание, yeah? So, you read here this text and complete. And then you write true or false, далее пишем по этому тексту true or false для этих предложений. And exercise number 6, you just do the short chart. Такой вот у нас есть chart. So we have the text. У нас есть вот такой текст маленький. И вам нужно сделать здесь, выписать сюда, что? Favorite player. Тут у нас есть sport, теннис, да, уже сделано. Дальше вам нужно найти favorite player, nationality, национальность. Age, возраст, titles and medals, то есть титулы и медали, награды. Пишем сюда.
Выполняем эти задания, присылаем мне фотографии в... присылаем мне. Окей? So, have a good time and good luck. Bye-bye.